Уже в половине седьмого утра трактористом благоустройства СП Дмитрий готовится выйти на линию. Сейчас для того, чтобы получить план работы на день, летучки уже не нужны. Все задачи и поле деятельности можно увидеть прямо в рабочем смартфоне. Для этого рабочий заходит в специальную программу и сканирует госномер своей машины. Госномер транспортных средств написан, то есть фотография. Нажимаю «Продолжить». И то есть вот спутник определил, где я нахожусь. И далее, когда я еду по маршруту, он автоматически рисует маршрут, где я проехал. Дмитрию предстоит расчищать рабочий поселок. Это одна из самых сложных территорий для уборки. Проезды здесь узкие, а транспорта паркуется много. Поэтому на такой участок отправляют только самых опытных трактористов. В отличие от бригад, которые занимаются комплексной уборкой дворов, задача тех, кто выполняет механизированную очистку, просто прочистить дорогу для выезда транспорта из дворов. Цель его – не убрать весь город. Весь двор там, до асфальта, а просто сделать прямой ход для автомобилей, для людей. И люди просто это путают, думают, что если трактор приезжает, то он как бы будет весь день крутиться в этом дворе и убирать его. Нет, это не так. У нас есть задание, которое нам Московская область рекомендует делать. Мы его соблюдаем. Контролируется работа трактористов МБУ благоустройства СП дистанционно. То же приложение отслеживает, в каких дворах успела побывать снегоуборочная техника. Мы видим, где работник был, где не был, и потом мы делаем работу над ошибками, корректируем его в течение дня. Там, допустим, он может не попасть в двор по двум причинам. Либо там стоит машина, он не может проехать, все-таки же люди, мы материально ответственные все. Если он задевает машину, то есть он встает на полдня как минимум, пока полицейские приедут, то есть это лишнее время. Он просто проезжает мимо этого двора, потом он может вернуться в него. Вот. Соответственно, да, действительно, когда не было этого приложения, то есть тут непонятно, кто как работал. В МБУ отмечают, что такая четкая организация работы помогает очистить дворы планомерно, чтобы ни одна территория не осталась без внимания. Татьяна Мельникова, Антон Коврижных, ТВР-24.